Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусный салат из доступных продуктов. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Берем 1 килограмм 600 граммов молодых кабачков, срезаем у них хвостики, а затем натираем на терке для корейской моркови. За неимением таковой кабачки нужно порезать тонкой длинной соломкой. В такую же соломку превращаем 400 граммов морковки. Триста граммов репчатого лука режем тонкими перьями. Дальше перекладываем подготовленные овощи в глубокую миску. Добавляем туда 50 граммов соли, 100 граммов сахара, 2 грамма черного молотого перца, столько же красного острого перца, 3-4 грамма молотого кориандра, 25 граммов пропущенного через пресс чеснока, 100 миллилитров 9% уксуса, столько же подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Затем даем салату настояться 1 час при комнатной температуре. За это время содержимое миски несколько раз мешаем. По истечении времени раскладываем салат по чисто вымытым банкам. Стараемся уплотнить его как можно сильнее. Сверху заливаем овощи выделившимся соком. Из указанного количества продуктов получается 4 пол-литровые баночки. Прикрываем банки крышками, устанавливаем застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем по плечики водой комнатной температуры, включаем небольшой огонь и ждем, пока закипит. С момента закипания воды в кастрюле засекаем время и стерилизуем салат 10 минут. Затем банки закатываем, переворачиваем вверх дном, накрываем чем-то теплым и оставляем в таком состоянии до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный салат из кабачков на зиму готов. Хранить его можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.